сейчас опустил стрим. Так, сейчас мне нужно распутать провода. Лучше игра на Сегу. Да, Сега? Да. Что за игра? Ульфенштульцев. Ну каждый со своей портативкой, блядь, загибали. Прекрасно, все портативки, вот это лучшее все равно. Да, там что-то есть. Мы, это, все, этот... Вы должны, Ноля, ты должен чатик читать. А кто продаст Switch? И кому я не должен чатик читать? И купит эту портативку за 30 тысяч. А куда ты пришел тогда? Просто так. Наверно. Так, сейчас геймпад. Чтобы у чатик должен быть стрим. Причем тут игры, короче, некоторые работают по настроению. Стрим начался вообще-то. Вот тот жирный сборник, в котором все эти игры были, он вообще не запускался. То есть ни одна игра там старт не жмет, ничего. Так, люди. А сейчас работает. Геймпада. Так, мне давай. Мне давай. Тихо, ты вон сидишь. Козырный. Да. Ладно, окей, на. Да, ты так. Вы тогда подвинься там. Я сейчас мигу. Удвинусь. Ты подвинься чуть сюда, вот, а ты сюда, чтобы видели. А ты сюда, вот. А ты сюда. Там же все пошло, да? Нет. Вроде все пошло. А что, никто не пишет? Ах, кто? Дай самое говно. Блять. Хуешь, моя подушечка. Это со стрима бушрута все осталось. Слишком же аккуратно тут где-то. Сейчас у меня чат там. А, вот, ну ничего себе, вот все, вижу. Кто-то что-то пишет. Надеюсь, это не именно тот геймпад, на котором невозможно нажать в сторону. Там что-то надо давить со страшной силой. Это геймпад нолика, так что все вопросы к нему. Ну, нормально нажимается. Хороший геймпад. Он словно вообще. Спасибо. Никто не говорил, что будет легко. Да нет, вроде нормально начинается. Вчера тоже мог. Так, там... Вам игра видна? Почти чуть-чуть сможет. Да, вот. Да, комфортно. Ку-ку! Ку-ку! Ку, мой мальчик! Да. Ку-ку! Ру-ку-ку. How to play. Да, нам-то посмотреть, как играть. Нолик, читай. Я сюда играть пришел, а не читать. Вот следующего будешь играть ты, но у тебя никто... Ты меня никакого на пазл сучишь. По Тотемену будешь играть заставить. Да. Я говорил. Во, вот, как, тут аркадная фишка, если когда делаешь комбу, жмешь вниз, то ты перебросишь врага через себя. Если ты жмешь вверх, то ты бросишь врага вперед. Там написано, что надо играть в Майю. То есть можно вообще швырять всех врагов направо-налево. Да, и вот спешл атак на круг. Спешл. Ага, спешат там, понятно. Да, то есть у тебя там есть метр. Да, теперь он пустой. Да, если пустой, то тратится хп. Короче, как Streets of Rage 3. И 2. Нет, и 2 просто тебя отнимает здоровье всегда. Да, будет. Доброе утро, люди. Доброе утро. Можно использовать, но будет отнимать здоровье, утро, если она не будет там не зарядилась. Добрый день. Кружочек видишь? Да, верно. У нас утро. Да. Капухи, короче, да. Ого. Да. Я буду чуть-чуть. Какое я нахрен утро? А, ну. За Норриса? Да. Окей. А, так, да. Я за папу буду. А только всего 3 персонажа. Да. А, расцветочка. Да вот это реально, знаешь, адский бык. Адский бык. Так, на харде. Да. Тут есть какой-то эксперт вроде, он тоже... Нет, здесь есть только нормал и хард. Ну, значит, он потом анонсится. Ну, игра, Кровь. Скажем так, она не из таких фейсрольных, я тебе могу так сказать. А ты в нее уже играл? Я видел на стриме, но я видел максимальную сложность, максимальной сложности она рвет жопу. Так что давай просто хард попробуем. Ну, большего и не открыто. Раунд один. Rising from the Flames. На зоне хорошая. Не дайте им уйти, убить их всех. Крысюки! Создавайтесь, как вы после вчерашнего? Да нормально. Привет. Привет! Как поспал?
Никита, верни мое корыто. А где тут этот а, вот, вижу спешл метр. Как после вчерашнего нормально? Да Рой-то... Роя там прибили, там одна его голова торчит и болтает. Не обращайте говорящая внимания. Голова. Да. Голова профессора Раевского. Новости ведет. Это я что взял? Озверин какой-то. Сейчас зверяю, всем даю. Я тут убил на мой прыжке, я тебя не могу. Как? Где делаешь прыжок? О, я могу делать переход. Другой, если просто делаешь я прыжок. Могу переход делать. А как? Как этот? Прокручиваешь и нажимаешь удар. А, вот, вижу. Вниз, вперед, вверх и апперку. Ой, у всех такой есть. Короче, да. Вниз, вот так прокручиваешь вверх, до самого верха, и потом нажимаешь на стики на квадрат. Как дебил, ну, вы хотя бы в группе писали. Апперкот делать проще. Так у нас в группе автообъява должна быть. Да. Привет, профессор, дождался. Он тоже на стриме чувака сидел, который ты бил. Вот он поэтому постоянно просил ее. Это вот это что ли апперкот? Да, вниз, вперед, вверх. Да. Вот у меня вертушка. Ну вот, вертушка. У тебя вертушка там разная, да. Ва, шарюкин. Говорят, картину поправьте. Как, какую картину? Не будем мы... Да там гирлянды, там их нельзя править сейчас. Пускай людям нельзя быть здесь. Вот это человек, вот я играю тут человека, короче, да. Ребята. Ты же на душе человек. Ты умный человек, ты зверина. На! Тоже мне. Не, вот это вот... Это вот не инди говно в стиме. Это хорошая игра. А, кстати, тут два раза нажав вперед, вверх или вниз, можно такой перескок делать, как в Street Fighter 4. Сказал человек, который вчера ставил и не говорил с ним, так что... Спрашивают, кто за бабу играет. Я играю за бабу, дальше... Если подпрыгнешь, или нужно еще раз как прыжок, то он это... Клауд за Минотавра, да? Нет, нет, я за Чака Норриса. А. Так, а мне нужно... Ладно. Я тут спрашиваю. Это что такое? Вчера я играл за бабу, сегодня за бабу. Я сделал спешл в прыжке, ну... Ну, нравятся мне бабы, вот и все. Мне нравится Чак Норрис. А сейчас пока просто практикуюсь. Мне нравится Куки. Сволочь. Жестокая игра. Ой. Вот я понимаю, вот надо. Кампух идет. А, блин. Братух, кампух. На! Давай, Минотавр, руки там руки. Куда я там тащу? Руки базы. Пошел он. Ух ты. Так, он короче вот атакует, куда остается, понятно? Рой, Рой будет играть. Бич. Кстати, Рой, ты помнишь про свое обещание сыграть в Кравл? Помню, но с одной оговоркой, которая была сказана. То есть, чтобы никто из уже игравших в игру... Не принимал участия. Это... Мы нолика посадим, он тоже лох. Одна беда, я уже сказал, играл. Нет, нолик играл, но он играть не умеет. А это не я. Нолик поэтому... нажимал на кнопки, скажем так. Да, нолик нажимал на кнопки. Нолик участвовал. Ну, формально-то все. Эффект мыла желательно убрать. Уже не могу. Эффект мыла? Может, сканлайны поставим? Нет. По олдскулу. Сканлайны на стриме будут хуёво смотреться. А-а-а. Это не эффект мыла, это сглаживание. Пиксели идут в жопу. Когда стрим по River City Ransom Underground, ну, Биф вечером придет, он её хотел сыграть. Я просто в нее не особо хочу играть. Тогда других посадил. Какие еще спешлы кто-нибудь находил, кроме первого этого? Я искал, я пробовал другие перекаты, но не нашел. Прыжки чуть надо.
прыжке, только удар, удар в прыжке. Ну, в смысле, я сразу бегал. Ого! Что я сделал? Я схватил чувака, подлетел вверх, приземлил его вниз. Фантазер, мне нравится мыло, переходи на ПК. Я как-то схватил. Ой-ой-ой, погнали, ребята. Пацаны, покажите, кому близко. Нету много ста. О, сколько у меня тут много ста. Ох, ё-моё. Да, естественно, ё-моё, нужно угадывать. Взрывающийся мотоцикл. Так знакомо. Грёбаный крот пырнул в живот. Следите за тем, какие враги что делают. Свиньи могут прыгать. Вы не понимаете, это законы физики мультяшного мира. Так, я взял в бочке лечилку. Так, вы, люди в чате, вы говорите, если нас плохо слышно за игрой, мы сделаем потише. Енот. Енота-то, это как пирата-то. Прикольно, что здесь, если врагу вообще сверхзамах нанести, он не просто сдохнет, он разлетится на кости. Ну да. Блин, надо найти спешалы. Заебись вас слышно, ну отлично. Мы сейчас, кстати, уже сливать начнем. Да. Напишите еще 10 раз, а то непонятно. Бочки! Вот, дайте, бери яблоко. Бери, я бери да, Норрис. Музыку подтяните. Что? Музыку подтяните. Куда? Музыку в игре почти не слышно. Если будет слышно музыку, не будет слышно нас. Вот, вот это вот. Поэтому... Нет, придется заморачиваться. Ладно, на топ не писать. Нахер. Мы можем, кстати, Imaginarium, он же поле не требует, да? Мы можем просто собраться и на камеру сыграть. Но это нужно вам голос спрашивать, он придет. Когда? Еще спешу. Так, стоп, я уже всех путаю. Свинья в балетной пачке. Так, это называется гренки. Да что это? Что творишь? Пошел на. Мерзкие атаки на вставание у врагов это мерзко. У нас тоже такие есть. Мамы тут такие, какие. Ну, блин, я сдох. Тихо-тихо, чего попробую. Захват, захват. Блин, он вырывается, сволочь. Хороший трек, я сейчас сыграл. Да, блядь, вот... Тут Байсон. Какие важные, ребята. Блин, ах ты сволочь. Да вылети уже на экран, сука, не будь. Вау, чё он учит? Наверное, там понимает. Нет. Это же братан. Да. На вывод дома, так что должен понять. Он не картошка. Понимаешь, говорить картошка. Конечно. Глупый вопрос. Спокойно, спокойно, замесим. Замесим, только главное... Да хули он прыгает всегда на меня? Стой с ним на одной... Я что, вижу, где он за границей экрана на меня выпрыгивает? Иди. К нему спешл мой зашел. Конечно.
Олег, что ты жуешь с начала стрима? Я сказал бренд. Так захватывать его нельзя, он сложен. А жуешь-то что? Я жую ваши нервы этим сумками. Падла. Ну, привет, Коль, не шутишь. Я просто на заднем плане сижу. Вообще говорящая голова. Просто зажали в угол. Просто нормально, грамотно зажали. Да, все так и правильно. Лиян, привет. У тебя, наверное, в прыжке вот эта вертуха. Тебя, может, надо прокручивать ее вот так вот. Что? У тебя в прыжке же была-то вертуха, тебе показывала. Вот и. А ты ее научился делать? Я ее прокруткой и делаю, да. Надо тоже что-нибудь такое попробовать. Скорее всего, приемы разности. Нет, рой вот там вот. Как твои дела? Как поспал? Я отлично поспал. А дела? И дела идут вроде муха. Нормально. Надо беспокоить себя. Да. Убить муху. Хорошо. Что-то же выпало на ножку. Так эти вроде электризуются, когда встают. Да, они электризуются, когда встают. Кошаки с ракезами ждутся, когда встают. Да. Да, вот так вот. Хрюшки бьют пузиком, как в батл маньяках, блядь. Ну и на аркаде. Ну да. Так, так это должен быть вообще аркад. Тёп с кнутами есть. Лежать всем, лежать. Пошли все нахрен. Ой, мясо. А чё Минотавр почернел? Ну, видимо, когда а это... зависть он почернел. Жизнь не потратил, он поменял. Не, на самом деле не знаю. Тихо, тихо, тихо. Берите эту яблоко. Да. Мухи. Цокотухи. Мельцовые брюхи. Да и... Ого. Что это за атака была? Тут вылетает, блин, ёбаная муха. Это, но это не зеленая муха, это синяя муха. Большая разница. Какая разница? Результат один. Муха. То можно врагов зажимать, пока они не сдохнут. А у вас в данной физике сейчас выключено. Нехорошо. Непорядок. Непорядок. Оп. Сдержка. На. Здорово, Лысон. Привет. Привет. Здорово, Биф. Как работа? Да, Биф. Терпи там, терпи. Не готов. Работай. Биф сказал, что начать снил, так что не готов. Биф, у тебя от этой штуки здесь шнурок есть от твоей? Да. От синей китайской. С нее, скорее всего, можно будет стримить. Так это заебись. Да. Что это за крысы сплинтеры, блядь? Мощит. Это игра на аркаде. Это на аркаде. Судя по геймпадам, я что-то PlayStation 3. Да. Да, это... Это PlayStation 3 Карикин. Это ПК. Это Steam. Это хорошая игра в Steam. Так что, в Steam только хорошие игры. Мы сегодня с утра смотрели хорошие игры. Да, мы сегодня такие хорошие игры смотрели. Просто вот... Особенно картошечка! Да, не в сказке сказать, не пером описать. Давай описывай хоть так можешь.
Тихо-тихо, проводи. Что у вас там? Это видеть надо. Так. Биф, у тебя есть шнур от твоей консоли? Да, вот, к телеку подключить. Тебя оттуда плохо слышно было. Тебе громче говорить надо. Ну, наверное. Что, давайте дальше? Давайте. Тут сколько у меня на шнур? Норрис, ешь яблочко. Спасибо. Сейчас поупрыгиваю. Все, кто к нам подходит, разлетаются в мясо. Мы такие крутые. Кто к нам с мечом придет, тот коньки отбросит. Да. Отключаю. Это не 8 бит, это 64 бита. Только он с футбольным мечом. Это даже не 64 бита, это шойдеры. Светящиеся. Шойдеры вон из бочек лезут. Светящиеся шойдеры. Есть HDMI, нет, вы есть, там штурное питание. Это Чак Норрис сказал фразу этого, Рю. А? Пахнет как человеческие тела. Нам не застримить его, у него нет нужного шнура. Или стоп, HDMI, HDMI. В смысле, вообще нету? У него HDMI. Да, 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 Биф. Да, мы про китайскую консоль. Про китайца. Конечно, про что же еще? Охара! Это же Баки Охаря! Так, он контратакует, отходим, отходи. Дайте ему встать. Если рядом с ним стоять, он будет контратаковать. Вот так. Зашибись, да. Вообще. Хватит, блин! Короче, сделай спешл, чтобы вырываться. Ты можешь из стана вырываться спешл. Он дома, так, ну сейчас конечно. Опять будет. Да. Жалко, что дома. Так, вот, будем. Ёб твою мать. Не так уж и жалко. Так, если вас начинают ставить, окей, вечером поговорим. Яблоко тут, вот тут валяется около меня. А автомат, значит, он ушел. Я попробовал подлететь. А здесь где-то же... А, вот, ноль. Да, блядь, что ты там делаешь? Иди. Что делает, что делает? Это доктор Росомаха, я понял. Там есть враг по имени Мамбу. Мамба. Да. Все любят Мамбу. Да. И Сережу. Ну, вообще, надо смотреть враг, его никто не любит. Врагов у нас убегает. Всех обезвредился. Блин, тихо-тихо, пошел нафиг. Самутузик. Да. О! Е! Сколько на жизни еще? 0-0-1. 0-0-1. Конь выживает лучше всех пока. Да не, я сдох как дурак пару раз. Так и мы, у нас по 0 жизни. Ты сдох один раз, а мы уже пару раз. О, экстендед, да. Самое время. А экстендед это что? Ну, жизнь. За очки. Ну да. Сделать музло себе погромче. Блин, я не знаю. По-моему, нам как раз все нормально, иначе мы друг друга плохо уже слышим. Ну чуть-чуть может громче, я хер с этого знаю. Много нет. Да, через мастер-то увеличил. Да, увеличивай звуки в этой. А, только тише можно, что ли? Да, а иначе... Так, а ты сделай мастер, да остальное... Все, все, пойдет, чуть-чуть сделали. Ну куда я ничего делал? Нормально, нормально. А там вот в чате уже пишут, что нормально и не надо ничего делать. Пижама Рой смылся, пижама Рой отдыхает. Ему нельзя волноваться. А самое обидное, что пижама разорвалась ночью. От чего? А, ты... Чувачок, полегче. А, ты ее во сне разорвал, да? Я тоже да. Портуха. Ну, короче, Рой оборотень, он превратился... В огромную креветку и разорвал на себе пижаму. Давай. Нет, он в зайца превратился, вот точно. Волшебный кролик. Да. Заяц доктор Раевский. Ну с кем не бывает. Так,
короче, у меня есть два удара в прыжке. А, это мне дали экстенд, а Клауду нет. Интересно. Если, короче, в прыжке я нажимаю и прыжок и удар, он делает вот такой вот удар. Какой? Макс. Такой удар, ногами. Нет, а, вот, да. Прыжок еще раз прыжок. Так что да, если какой-то, какие-то приемы находите. А, это двойной прыжок, да, типа. Да, я же говорю. Я про это на самом начале говорил. У меня ногой вниз. А, это просто двойной прыжок. А, да. Ты говорил вниз и прыжок надо нажать. Я нажимал ничего не стоит. Еще надо прыжок и прыжок нажать. Так, там яблочко, аж твое. А я просрал жизнь. Я тоже просрал, я не успел. Эх, я. Мне экстенды дали. Так, там бери. Я лежу сейчас. Он сдох вообще, ты у это. У меня рекаверинг идет. Блин, бык, бери эти яблоки. А, вот. Да, а, ну что за рекаверинг? А, рекаверинг, это он типа самовоскрешается. Бери еще раз, ну ладно. Конты, мы не знаем, что тут с контами. Но тут вроде как рекаверинг, и вот он потом возвратился. Да, кстати, когда вас сбивают, можно как-то быстро вставать. Вскакивать сразу, быстро. С миллиметром здоровья. Еще до того, как вы приземлились. Электроскот. Электромчик, как всегда, я забал его. Отлично. Мне что-то мало. Не хватало что-то. Конты бесконечные. Да, нет, конты точно тут не бесконечные. Затянку играю я. Скорее за сиськи. Учитывая, как они отдельно. Конты здесь точно не бесконечные. Хотя, смотря на какой сложности. Мухи! Это не сиськи, это двойной подбородок. Бей мух! О, нелинейность. Наверх можно идти. Развил очка, ну. Эх, я только хотел наверх. Главное, чтобы это не было яйца боролся. Пещера любви. Ну хотели я. Пещера любви. О, пещера любви. Я съем мясо. Сейчас походу. Я бы стал есть мясо из пещеры любви. Да блин, хоть забирать, когда все поработал. Кого тут писать будут? Кто? О, пушки. Возьму яблочко. Бумеранг. Мух убил бумерангом. Вот чем надо с мухами бороться. Да. Слушай, я боюсь, тогда у меня в квартире не останется стекла на мебели. Да. Если я буду все мухи, они бумеранги. Тем более, как известно, мухи, как и бумеранги, всегда возвращаются. Еще яблоко. Там еще и бумеранг, собственно. Жри не хочу. Да. Вообще лафа. Пещера любви. Жизнь малина. Это сила. Жизнь это сила. В чем сюжет-то вообще? Какая разница? Меси всех! Игра хорошая. Это сюжет. Мочи их всех! О, Эд Хелл ради сюжета играют в тиранию. Фурьёбы. Нет, ты что? Фури-хейтеры. Самое главное здесь сюжет. Так, если чего... Тиранию. Это фанатка на Зафокса. Диана. Да, Диана Зе... Зе этот... Оригинал character from Sonic.
на Девиантарте вводишь любое имя, короче, и приписываешь The Hedgehog. Тебе какой-нибудь уродливый с Девиантарта original character. Любое имя прям, хоть, не знаю, Феодосий, наверное, даже есть. Потата. Как потом выглядит? Да, ёж там! Да, это мрачный ёж Феодосий. Не, ну понимаешь, если взять, должен быть какой-то навороченный сюжет, потому что... Без этого портал не пустят. Нет. Ну там какие-то... Как... Чем ты объяснишь, что, блин, вот без сюжета нет, понимаешь? Какого черта, блин, бычары с сисястой девкой и Чаком Норрисом? Да какая тебе, блин, разница? Мне интересен сюжет. Ты в аркадах за сюжетом не смотришь, ты, ё-моё, там, где у тебя какие-нибудь лобстеры с... Это ты, Вася. А это пока. Под крышнями арканки. А это пока арканки. Здесь должен быть сюжет. Это ты не смотришь за сюжетом. Сюжет? Моё мнение, что некоторые послали, а через всех, потому что волки разбираются. Эти вот волки синие, они снимают броском хер знает сколько, блин, хп. Херевшие твари. На Феодосий за Хедгхог, да. Какой же гениальный сюжет, как в Нир Автомате. Нет, в Нир Автомате есть сюжет. Мельц, зачем аптечку забрал на этот пульс? И он такой, не гениальный. О, тебе тоже жизнь дали. Живем. Отлично. Hey You. Это Pink Floyd с него. Почему ты этих людей... Мне что ли? Молчаливый бомб. Да. Я ищу босса. Короче, вот тебе такого, сюжет. Чтобы выиграть, да. Гениальный сюжет. Если ты хочешь писать. Умереть, да, смогу. Просто продолжай идти, да. Гениально. Эль Пизон де Буэй. Короче, мы идем в Эль Пизон. Пизон. Да. Там генералы встречаются. Может, там вы найдете то, что ищете. Там крупные шишки встречаются. Чак Норрис молчит. Он про... Да что это было? Сюжетная реплика, потом Чак Норрис, три точки и все. Да. Ну так он кинул взгляд просто, понимаешь? О, это же кони, нет? Или это волки? Волки какие-то. Мне кажется, это вообще... Давай. Надо вам урок. Попадай, урок. Я уже получил урок целый. Сейчас я подам урок. Спину меня спрошу. О, клуб 90-е. Да. А что такое Дэнди? Это Доберман. Да, типа. Добер. Давай я выскочу. Рой. Тихо. Ну Рой там же. И Рой, открой домофон. Вон вью, спидран, статс. Спидран. Эх, Рой. А, тихо. Это спас. Я сам себя спас, спешил. Нихера не быстро. На роутрекере. Короче, используйте этот, двойное нажатие вверх или вниз, чтобы быстро уходить. Да блин, меня просто избили. Пошел. А вот нужно жать на все кнопки, чтобы восстать. Да, и если тебя начинают только бить, сразу спешил делаешь, ты вырываешься из этого стана. Да. Сразу. Фарм. Да, я слышал, он с от мамы убирает. Так, а жить. Бери хп. Сюрикен. На. Курица. Вот курица. Норрис. Бегу. Только яблок мне оставь. Все. На. Мухи начали на двух ногах ходить. По 80-е по улицам нашего города ходила ёбаная зеленая муха. Если вас в воздухе сбывают, вы можете быстро делать контратаку, если вас в воздухе сбивают. Я тебя слышу. Слышите? Если в прыжке вас кто-нибудь сбивает... Так! А что там такое? Дверь не открывается? Нет. Мой ножичек. Отойди. Мель взял ножик и пошел куда-то. Он пошел убивать дверь. Да, дверь не открывается. Спасибо. Мель решил убить дверь. Притаранишь ножик попить, там он сидит сверху лежит. Второй бутылку должен. Давай ножик это. Холодильник. Я тебе не ошибся вбил. Все, я взялся за нож, приехали. Давай, ты. Удивительное дело, все давай. Сидел на ставку, что за нож возле себя. Но я пошел на поножовщину с домофоном. Подожди, не отжимай. Да. У меня рука в тупоре. А-а-а.
Не хочу. Мель заварил дверь. Не хочу лапать. Нет, вот, всегда вот, надо ходить с ножом. Вот это все... Вдруг это почтальон. Это все три играбельных персонажа. Да, тут больше нет. Тут доставка. Да. Все? Отжимать? Да. Пошел ты! Яблоко. Дайте я возьму. Бери ты. Беру. Фарм. Я ничего не видать. Снова в посудной лавке. Ого. Твои. За... зайчата. Блин, этот... босс. Ребят, у нас гость старый. Их двое. Ну бычара. Ты чё бычара? Всё, теперь одежусь. Кнопка там заклинила! А, тебе суперкот, тварь! Все, походу сдох. А нет, еще жив. Рыб еще учит. Теперь. Теперь сдох. Ты что получишь там, тварь? Пошел вон нафиг. Как-то быстро мы успели все слить. А ты ниндзя! На! Спасибо, Мелю спас меня, а вот теперь не спас. Вау. А? Ну, спасибо. Так, что это? Я восстанавливаюсь. Кстати, Амкол, этот имагинариум же там, но не надо раскладывать ничего. В смысле? В прямом. В прямом. На стол. Ну, в принципе, ничего, только надо будет как-то класть на стол. Вот ты раз, два, три, четыре, пять, и потом вскрывать их. Я имею в виду, что можно было здесь поиграть без стола на ветку. Или же... Да, можно. Будет никак. Да не, нормально. Тут я уже... Что? А я завтрак несу. А ты его унес, а вот этого что? Нет, это другая игра. Ты тоже с ассоциацией. А в нее как играть? Ну или в ней. Да, вроде много карт. И я правда не знаю. Ну там небольшой поле 5 на 5 карт, да. И в принципе больше. Чтоб ты захотел и выпил ее. Вместо того, погоди, не погоди, у нас этот перерыв на водопой. Звери дружно. Так, а там мы выпили на водопой. Люди. Все. Гоу! Гоу! А что такое это не? Ну на кухню! Ну куда еще? Понял, я просто даю знать, что это все. А что там, кроме мандаринов? Это электронная игра! Ну успокойся ты уже! Нолик спросил, что такое деньги. Электронщик грёбаный. С ним надо линия опасно ставить. Вот, из него. Заточка его. Прям пойдем, прям. Прямо. Ого. Похоже, она... Ох ты. От а чего ты курица, говорят, похоже, курица не будет с нами сотрудничать. И курица говорит, ай гадать. Три генерала рассуждают, как что они будут делать, кстати, с курицей. Кошачьи генералы. Обтарить. Так представь этот. Блин, не знаю. А женщина изображает из себя привидение. С мотором. По-моему, мы с минимум улетели. Если прыжок нажать, так она тебя этот отхерачили быстро восстановится. Курица, давай, Норрис, ты ешь. Тебя меньше жизни. Да я сам сейчас должен поесть, а то я сдохну нахуй. А, да, опять. Там стулья надо еще есть. Что-нибудь. Да вон там автомат есть. Сломать надо. Вот, о, жри. Теперь, короче, прикрывайте меня со всех сил. Что прикрывайте? Прикрывайте. Я довалял. Вот чё, Пэкс, иди за спиной. Вот чёрт, ребят, короче, это ваш. Туалетная бумага. Это этот, это как его, это... Читос! Он прибежал, говорит, у вас туалетная бумага есть. Тут уже одни трупы лежат. Давайте, ребят, защищайте меня. Я ваш товарищ. Это читамен. Да, это читамен. Третий. Хера. Спешл. А он сволочь, это как? Он тоже рестлер сволочь. Ааа, обнимашки, ёбаный. Блин, вау, нет! Пипец, папе песню. Подошёл. Такое, блин.
На тебе гнида, тварь! Жай так, и так, и так! Да блин, почему ты апперкот в ту сторону делаешь? Я тоже постоянно кайфую. Я опять стоп, что ж такое? Комбо тебе! Привет! Захвата можно вырываться, кстати, если быстро. Коля вор. Это Кинга Стеккина. Нет, это Чит. Я двоюга. Читамен. Ну, я тоже. Ну что, кто кого занесет, да, тварь? На! Я тебя занесу, тварь. Нет. Утром хаму. Мускул это не все. Да как вы... А, вот, все, вырвался. На! Блин, я его один сейчас замешу. Я просто круче, чем он. На! Ну вот они такие, быстро, они могут бежать быстро, но и быстро устают. Втроем прям с трех сторон ударили. Да. Я справа, ты слева, это сверху прям, одновременно. Да. Блин, эпично. Все ненавидят Читамена. Экстра бонус ноль. Читамен говно. Фрэнк Норрис wins. Не, он Ф. Норрис. Федор Норрис. Блин, такие звуки были, как будто мы... Я вам должна от этого. Мы ее не освободили, где босс? А да, что, замесили. Потому что ей так ног. А шпион. Это еще и шпион. Я двойной агент, мне всех убивает нас. Да. С пистолета. Вы видели слишком много. Да. На остров смерти остров. Надо. Вот, сейчас нас будут убивать. Спрашивают, кто быкует. Да, я играю кирпич. За ПК. Клауд играет за Норриса. А я играю за бабу. Мир играет за бабу. Что это за игра? Fight and Rage. Он играет за Steam. King of Fighters. Да. Ну, Брикман просто в соло выносит этого босса как мужик. Да, да. Долго, блин. Еще не закончили. Сюжет. Нужно продолжить мои инвестиции. И такая связанная ушла. Да. Это у нее оплот такое. Да? Может она не в плену была, а на рабочем месте у нее так. Ты видишь, что ты произнес? Ты произнес знак вопроса. И все. Так, ребят, все, здесь нас будут убивать. Стрельцов Рейдж. Ну, Стрельцов Рейдж тут тоже убивали. Да, да, я поэтому и говорю, здесь нас будут убивать. Какие-то ниндзя. Тут какие-то эти. Кто это такие? Это цапли. Какие-то цапли ниндзя. Да, кирпич играет за пущи. Или... Как Гэл зовут. Или это не цапли. Это Рикардо. А, это чайки ниндзя, вот. Гал, да? Нет, Гал это тебя зовут. А, Гал. Да. Стоп, а кто ты? Кто такие эти ниндзя? Это чайки или голуби? Вроде голуби тогда. Голуби ниндзя. Голуб мира. Карду корень. Голуби, по-моему, как-то. Фига, что это такое за плоско. Лежать всем! Вот так, просто. О, яблочко. Яблоко. Так, мини-бри. Да, мини-бри. Бери. О. А как амузочек. Мягенький. На. На порог. Какое лето за окно в сентябрь погорает. Ой, офига, ты на меня сел. Голуби ниндзя и цапли кикбоксеры. Кикбоксеры, кстати, падать не хотят. Да. Они, этот, если их просто бьешь, они не падают. Только чисто с броска. Кучар вообще, да и чайки, откуда по голубям на пляже взяться? Нет, какие-то чайки, это голуби. Да, кому мясо нужнее? Кому пока помню. Никому. Все изменится. Блин. Используем. На! Апперкот вообще зверский. Мясо взяли? Я взял, да. Разные сорта ниц. Пошел нахрен. Сортах ниц не разбираюсь. Ну
отлично прикрыл. Молодец. Командная работа. Так здесь можно насрать на кого-нибудь. Черепашка-ниндзя! Три! Три! Battle Turtles! Это вот эти, это эти черепашки, этих черепашек рисовали, это китайских пиратских картриджей. Да, с ракетами. Вот они. Здесь понятно, кто пожертвовал внешне для китайских картриджей. Так, короче, они по прямой линии херачат. Пиздец, как херачат. Да, так что отходите. Ловите их. А это что, ловите их. Нужно захват ловить. Блин, только они вырываются быстро. Ховать нельзя. Блин! Им нужно не давать опускаться на землю. Да, ребят, это маска самая настоящая. Вот так, да, да, хорошо, хорошо получилось. Ох, блин, хватит. Кнопки не надо жмать, надо ждать, пока он... Блин! Нет, он ускоряется от нажатия кнопки. Черепаха-строители? Так, надо уходить. Да. Короче, от их атак мере уходи быстрым нажатием этот два раза вверх или вниз. Да, я знаю. Кастомай это. Самое то. Как раз для этого атака. На. Не, спешл удох. Блин, хочу успеть прыгнуть. Ох, получил чи. Опять лежу, да. Когда побывал, мало ли смешаешь вот столько буквально. Блин, а мы обоим? Блин! О, черт. Так, медь, тебе надо выжить. Да. А, нет, у меня нет рюк. А как рекаверить-то делается? Так у тебя когда ноль жизни будет. Со временем. Когда ноль жизни, короче, понятно. Мы теряем время. Мель дал по яйцам черепахи. Кавабанга, пацаны. Да уж. И какой кавабанги, все. Грануджа, Блиц и Баш. А, вот там, теперь, кстати, да. На следующем уровне нам вместо курицы должны дать черепаховый суп. Их именно похож будем боевым жалобам отсылать. И принесет там чувак в масочке. Ну не скажите, типа Battle Turtles. Окей, и Уэн. Их имена Грануджа, пожалуйста, не Блиц крадите, и не Баш. Не крадите наши супер офигенные доски для серфинга. О, хорошая идея, хорошая, да. Идея. О, погнали. Охуенные доски. Серфинг. Ну точно, да. Черепашки. Нет, это бык. Боевые черепахи. Да. Особенно бык классно ездит. Бля, это не бык. Доски, это короче. Короче, раунд 7. Снял, да. И выкинул. Будем пачкать океан сейчас, да. Стейн. Музон ты какой слышишь, да? Топ-музон на скейт на серфе, как всегда. На. Забавно, я их обводу. Шляпу. Эти электризуются. Да. Не свиньи, а коты с ракет. Это ебланки! Ебланки? Не надо отсылать боевым, но у меня тем самым. Да, черепаха. Двойная отсылка. Ты же клад, если тебя сбивают, быстро дави на прыжок и атаку. Да, можно контратаковать там сразу. Свиньи. Не всегда успевают. Так, Вася, если кого похлещу девушки в авто. Ты еще ни одного кота не получается не потратил. Ну да. Ты как его потратишь, когда есть реками? Ну все вместе должно. Ну, видимо, да, да. Окей, у тебя вставки, будет ли это один СС, либо это будет. Кто там? Кошачий киса. Депутат! Будет так, что киса. Ты пишешь на карту. Мне киса пишет! Ну и вовремя! Как стримы. А, сейчас. Киса, как поспал? Да он стрим, он не видит. Ну стоять, никаких плеток. Им просто было мало работы в спасателях Малибу. Они просто завидуют. Главные герои. Завидуют сиськам. Они тоже хотят, чтобы такая физика была у них. Ой, бюджет аркана автомата. Очень сильно горячий. Разумное замечание. Слышать от огромного быка выражение «булщит» очень символично. Как
опасно становится, ребята. Враги-то круче, все и круче. Месяц. Такое ощущение, что мы подожди, как лифт какой-нибудь едем. Врагов скидывают пачками. Ну так, что ты хотел? Потому что параллельно еще уворачиваются от препятствий. Да. Ах, Вах, нехороший человек. Черепашки ниндзя. Да, черепашки ниндзя были уже. Мы отхерачили. Да меня просто избивают, что это такое? Читерный желтый ниндзя. Нет, блин, так у меня есть еще одна жизнь. Все только это такие. Покопал. Это... И у меня... Не раните! Блин, черт тащу. Смотри, что они делают. Я вижу, сейчас тебе хреново помощь. Так я же запрыгнул, я просто не делал апперкот. Я просто надо было просто делать апперкот, вот что я делал. Ну конечно, сила есть, ума не надо. Да. Ну, чё, есть, они жирные, капец. Их до хера. Хотя я настрою. Так по аркадным меркам все нормально. Ну, да. Когда свалил 20 сильных врагов. Так, я сейчас попью. А вот это же кросс. Ты что, на паузу сейчас поставить? Больше на Final Fight похоже. Ниндзя прям как Гай по анимации, а Бэк как Хаггард. Ну, по да. Геймплею как раз больше похоже, мне кажется, на Street of Rage. Ну, конечно, не так прям. Ну да. А вот, вот сейчас. Вот сейчас будет жопа, вот сейчас будет жопа. Опять цветовая гамма, такие мысли. Когда я говорил, что на этом уровне будет жопа, я имею в виду вот этот уровень. Там тоже остров был, но там он был темный как раз. Вот здесь. Петушиня разбегалась. Я нихера из-за этой пальмы не вижу. Отойдем, да, вот, да, это петухи кикбоксера, это не цапли, это петухи тоже. Тут есть голуби-ниндзя и петухи кикбоксеры. Вот, кстати, Раевский-то сидит. Голова на месте. Прости, мы что-то хотели давно все еще всплывать, все такие пишут. Какие мои стримы? Последствия. Третьей давности? Вы одинаковые во всех битэмапах. По-моему, у тебя мере есть кое-что возразить на этот счет. Геймплей во всех битэмапах. Ты не играла в хорошие битэмапы определенно. А Final Fight и Золотая Секира это плохие битэмапы. И там, да, там геймплей одинаковый. Ты хера закомбил меня в воздухе. Так, я отдыхаю, ребят, просто. А, если что... Я отдохну маленько. У меня, блин, радиус атаки... У него есть жизнь, мы... Никакой. У меня жизнь. Да, блин! Я не успел спешил. Что за фигня? Давай, бенефис твой. Только вперед не ходи, если зубежишь. Стой тут. Сейчас я встану. Вот, вот я говорю, вот здесь жопа. Хватит написать 60. Да хватит меня бить, ё-моё, а! Бесконечный поток свиней. Вообще жесть. Свиной прямо поток. Вот это чистокровный аркадный поток. Свиной поток. Морды чистим так, чтобы все было чисто. Ну, а что ты поешь? Чи... Ты... А? Чисто. Ты хотя бы ударение правильно ставь. Чисто. Это для... Вот он. Конечный пункт, короче, ребята. Курочка, открой дверь. Так, кошаки, встают. Тихо. Аккуратно, спавним по чуть-чуть. В бочках по-любому жратва есть. Я же думаю, нет. Хардкор, короче, ребят. Так что да, надо тащить. Музыка почти как две цукнюки. Ну да, она и есть тут. Так, эти дистанционные. Не, я тащил. Блин! Да, и меня тут же вырубило. Вся надежда на Норриса. Да. Норрис,
Дорис начал тащить. Тебе удобно, ты быстро в воздухе передвигаешься. А я очень медленно. Я просто... Я бегаю постоянно, и какой-то сальтушечки делаю. А это и не Донди, на цвета посмотри-ка. Так Донди такое не потянет никогда-никогда. Ну да. Это обидная игра. Только я сразу на спешл посадил. Так, тихо, аккуратно, аккуратно назад. Блин, жатвы вообще нету. Оп. Лорис прям не дает врагу ничего делать. Я еще вспомнили Скотта Педигрина. Курица! Блин, ты ее съел. Ладно, там есть еще яблоко. Ну, у меня было вообще ну, дальше. Я ничего не говорю. Тихо-тихо, блин. Бери, бери, бери. Бери быстрее. Я пошел, пошли назад, ребята. Вот это хороший метаболизм, яблоком пол лайфбара восстановить. Так бычок, бычок же веганчик. Скосился. Оп. Это сейчас первый бат. Первый босс. Ой, что-то еще, блядь, я какой-то яблоком. И файты, что ли? Просто два босса. Да блин! Я помогу с спешл. Святое дело. Один статус. На. Одного завалили. Да. Завалили. Хух. Хух. Гау! Гау! Вот! Бочку ломаете. Ну что вы, не можете на бочке какие-то среагировать? О! Так, спешл. Время спешл. Я какой-то взял эту. Мега эту. Блин, я взял взрывается нахрен. Я взял букву П и всех убил. Живи! Мы нас всех убили. Мы все взорвались. Да. Уходи от мотоцикла. Блин, чуть не видишь. Видишь, я махаю. А чё это? Я букву П взял. Я сломал бочку, там букву П. Я ее догнал под катом. Понятно. А, чё? Микрофон хороший. Да. И вообще игра очень хорошая. Прям бодренькая такая. Да. Не такая прям видичная. А смысл мне перепроходить Light Crusader? Я ее уже раз прошел. Так, а где я вообще? А, я опять лежишь. Ресторан был, принесся. Эй, обезьяна, апперкот жри. Блин. Я вообще играю. Обезьян. Ну шо? Пошел нахер. Ох ты, о, здорово, ребята. Давно не видели. Но не виделись. Блин! Как так-то? Вот чувствую, сейчас мы сольем пор. А нет, у меня жизнь есть. Наркот-то! Привет, док! Да. Здорово, док! Ты чё сегодня такой лох-то не придёшь, а? Так, одного замочили. Один труп. Очень много. Какой у нас с ним сегодня посредине? Все, второго замочили. Половина народа уже нет. Хо. Тихо, так, тихо. О, покушать дать. Дайте мне. Покушать, вот тебе. Яблочко. Да, ладно, я сдох. У меня жизнь все, дали, да. Я мне потерял. Генералы. Генералы в углу, это хорошо. Да, они висят. Но они уже померли по полу. Да. Перко там в углу, это прям... Это не генералы, это майоры. Ефрейторы. На. Ух, ну чё, близится финальный батл. Приставку не надо покупать, лучше накопить. О, на ком. Так, это что за хрен вообще? Блейнс. Это спецназ. Это этот, как тот, этот вояка из Happy Tree Friends. Да-да-да. Он как раз любит под мой апперкот подходить. О нет, бабская кавалерия подошла. Ух ты, он ножами купился.
его персональный шлем. А зачем мне на 100% проходить игру? Я, в принципе, прошел, и меня, в принципе, все устраивает. Блэйдс. Все устраивает. Я редко вообще перейду. Мне нравится, что перед тем, как он встать, он сначала ножик свой поднимает. Типа... Я еще со мной еще не покончил. Да, только как тут на явку. Да. Не играет. На! Блин, ни хера вас там! Может вы нахрен пойдете? Когда вечером прошел, завтра я возвращаюсь вечером, и послезавтра я тоже буду. До поздней ночи. Все. Мне тоже дать 5. Ну давай, 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 давай. И без везде никто не понял. Так шоу кончился. Вообще класс. Мы про Скотта Пилигрима говорим. Битэмап, в котором дохера из мощных врагов, и при этом можно выживать. А Скотт Пилигрим все равно уже не продается. Как тебе Капхэд? Он на эмулятор вообще Капхэд идет. Отличная игра, но мы ее еще не прошли. Да, дается, да. Потому что... Final Encounter? Консоль зависает. Не, вышел. Да. Короче, все, я... Продается оценка. Да. Ну, пиратку-то все равно можно накопить. Да, а, кстати, Скотт Пилигрим, мне кажется, уже на эмуляторе без... Я тебе об этом уже говорил, потому что... Блин. Может быть, да. Ну, не мог бы я так увидеть. Чертовски грозово. Конечно. В том виде, в котором я привезу. Поскольку часто права принадлежат кому-то левому, а не создателю. Что ты там сломал? Да ничего сломал, просто неудачно сел. Ну да, на перекрытие не садись. Только на... Бочки жратва. Бочка ломать. Бери, Норрис. Не успел. Так, не успел? Ну там ничего не было в бочках поставили. Я расплыл не ту бочку. Береги свою бочку. Береги бочку с молоду. А бочку с молоду? Бочку. Бочку тоже береги с молоду. Да надо же что-то будет продать, ну, когда сложно будет. Пиво, да, запасная бочка. Всё, ни хера нет, бочка. А на эмуляторе бокса там разве не нужна? Там десятка, восьмерка какая-то. Какой маленький? Я про эмулятор PS3 вообще-то. Я просто вижу по скиви в чате. Я про PS3 глухану. Помешаем, да. Ну для бокса нам нужен вроде... Глухана не видит, вроде есть. Да. Есть такое дело. Есть. Так от этих быстрых чуваков надо пользоваться спешилами. Воу-воу-воу. Да, 8-1 и все. Еще и такие. Все сорта. Куча электрическая. Вот это когда Аркол, тебе интересная информация. Хардкор по праздникам говорят, что на Эмори идет из группы. Ну блин, я могу в него на PSP поиграть. Вроде жив еще. А в хоппи не могу. Там ты вопрос. Дайте яблочко. Да не дадут, наверное, уже конец. Сейчас будет очень хардкорно. О, лифта не хватает. Я не понял. Может это лифт? Да. Ну я говорю. Надо зависеть на сколько эмулятор поистрелить. Классика. Это мапа без лифта не бывает. Обязательно. Как и лифта без лифта. А ты хотел-то. Как ты заполнил? Блин, они своим током и по вертикали бьют. Все, у меня это... Рекаверинг. Блин, тихо. Да блин, один меня закомбил, кинул на другого. Живи, имеет наживание. Кирпич, скажу, пожалуйста, как дословно называется твой канал. А то... Брик, нижнее подчеркивание, ман. На английском. Кто-то ожил, Норрис, блядь. Айдар не спрашивал уже, или это тот другой? Да, Норрис. Айдар и спрашивал, ну... Айдар, видно, что я буду в углу стоять, весьма короче. Такой человек. Легкомысленный, да. Нас какие-то печаль придумать, пройти все игры на Денди и на Сега. А сколько ты заплатишь ему за это, а? За мной и так не заржавеет, так что... Жахнем по 150. У нас же там еще этот... Егермейстер.
Там еще и вискари есть. Холодне. Вискарь я не люблю, а вот гикермейстер. Вискарь поет коктейль. Это я его кинул, это когда ты хватаешь и на Б. Вот как, помните прикол. Скотт Пилигрим и симуля PS3 работают на JPG Win 2. Так. Блин. Да нормально. Короче, я надо завести однозначно. Я особо понял, что это чего-то. Так, у меня рекаверинг. Как-нибудь там проживите. Мне кажется, ли это еда? Что это? А если рекаверинг? Всех вырубят тоже... Если всех вырубят, скорее всего, будет план. У нас такого еще не было. Скорее всего. Блин, теперь у меня рекаверинг. Но я долго держался. Енот, ну не Дэнди, а Несс. Распишу, это что за мушня такая? Это муха-цокотуха в жопу дрёченое брюхо. Все, я кончился. Меньше живи. А уже вдвоём. Ещё живёт, значит. Интересно, а Бакстер Стокман приземлится? Какая жирная муха-то попалась. Да вообще. Это... Серёга, камикадзе. Скотта Пилигрима на 3310 запустил. Пират его вообще на Денте запускал. Причем на железный, без коннекта. Еще в 90-х. О, это мой двойник. Хера. Это мой двойник. Пеликангер. Блин. Только вот нет. О, все. Походу нам. Или ты нет. А нет, ты живы. Они живы. Но не надолго. Ну вот теперь знаем. Дефитер. В новом битараме должен быть босс, который не один из новых персонажей. Теперь мы узнаем. Что там пишут? For losing on hard. Если проигрываете на харде, вы получаете по монете за каждые 600 очков. Вы получаете пай. Блин, а может тут и контов-то нету? Хотя б нет, подожди. Хотя, знаешь, да, может, должны может быть. На один потому что я видел, что прохождение были там подписывали 1cc. То есть, по идее, конты здесь должны быть. А теперь у вас будет 2 cc. Мы набили мели кучу монет. Вот, ага, да. Continue, нажимай мели. Are you serious? А, опять все от начала. Нет чекпоинта. Ну, у каждого по две жизни. Это, в смысле, по три жизни. Easy. Свежие силы. Да, давайте. Пора. Еще можно Friendly Fire включить. Вот чекпоинта, знаете ли, это наше повезло. Мы будем сильно парились, когда мы с Юрой проходить на этого заново. Да блин, ну да я вовремя прыгаю как раз на электричество. Да ёб твою мать. Опять это убили. Опасно, ребята. Да блин. Сука. Если вас начнёт только бить, сразу спешл делайте. Проживёте. Да блин, дайте мне встать. Вот так надо убивать. Боссов так же надо убивать. Да, просто в угол. Так, кому надо? Ладно, похоже. На! На! Я могу когда этот направлять, куда я буду бросать. Уж полезно. Рой, там, к тебе вопрос. А Рой где? Убежал, что ли? Да. Ухол, на кухню побежал. Желтая муха. Три апперкота сожрала. Вот так. Соколопик. Муха, цокотуха, где апперкот. Здесь будет апперкангер. Вот он. Аркадная каноничность объединена даже в том, что последние цифры очков это количество контов покрашено. Ага. Да. Блин. Ага. Здесь это означает, что вот здесь максимум 9. Ну ты дерьмо! Но он после 9 оно может просто оставаться на девятке. Вроде в аркадах так часто делают, очень часто. Да какого числа сходка до 5?
Да. Я возьму. Так, ну, бери. Мне пригодится. Секундочек попозже. Спрашивают про Зен, но мне что-то подсказывает, что его раньше следующего покоя не выпустят. Опять второй босс появился, осторожно, вон в центре, отойдите от него. Сейчас крутилка опять сделает. Да хуй, да. Я стоял от него в стороне, блин, что это за пидорство? Бедный ножик. Охуенно, так. Да, блин. Понял. Нет, пошел нахуй. Это капитан первый. Не пали. Все знают. Ооо, нолик нашел, что ли, блядь. Надо вам Мижного играть, первого. Ой! Ого! Привет, Септ! Взорвется, взорвется, отходи! Блин, он меня пошел. Может, я сейчас когда уж сам пусть его щеплю. Надо играть в голубую броню. А почему не ешь? Ты какой не ешь? Это ешь его. Без БФ? Я просто не знаю, мы скоро закончим. Ну да, у нас вроде как финал будет. А, тогда нас надо запустить? Нет, я имею в виду... Вы потом еще вот что-нибудь играть. Окей. Может быть. Мухи всех цветов. Спрашивают, меня не видно, ты... Просто ты так все места заняты. Пошел вон. Привет, Зетта. Говорят... Надо давать мягкую идею еще. Радуются за твое прохождение с текстин как... в тех самых. Идею чего? Soul Calibur на PS3 завалить. О, дело спешно. Не, я сейчас Soul Calibur... Не, ну смысл мне с вами в Soul Calibur играть, когда я вас тупо делать буду? Реально. Ой. Соперника может быть только Бушерук. А там бычок... И Бушерук не соперник мне. А там, смотрю, у бычка была БДСМ-сессия. Прям активная. А потом вы думаете... Почему бычок всегда меняет цвет? Так, сейчас электризуется, блин! И вроде же я... Электризуется. Снова мы поняли. Не успел отойти. Я же медленный. Блин, теперь я бы сдохну быстрее всех. Ну да, бывает. Это закон подлости. Ты выжимал из себя все силы, и поэтому в конце, когда пошли конты, их уже стало меньше. Гребаная пузика, блин. Спрашивают, что за игра? Fight and Rage. Да. Тут что, прилетел, пару раз посветил. Мне очень понравилось твое прохождение Симпсона на Дэнди. Помнишь, как я еще писал, как на новый динозавр? Вот самый замечательный вопрос в чате. Кто здесь? Вы кто такие? Все-таки мне очень кажется, что это клони. Они кто такие? Я вас не звал. Рановато разбить. Идите стримить. Разбить нормально, чтобы в любой момент взять поесть. Вас не звал, кончайте стримить. Где я вообще? Да, блин, ни хера себе, они ножик мой спешу. Ножиками в них кидайте, если что. Я в них кинул свой кулак. Все. Один готов. Меньше ревит курица. Я еще спрошу. Бегом! Я пытаюсь, да. Нет, не смог, не убежал. Ну, что ты жизнь сливаешь на одном месте? Да блин, я пытался убежать, я не мог, меня зажали и все. Отходите от него, не стойте с ним на одной вертикали. Шутит, в этой игре специально разработана особая физика сисек. Так мясо не дает съесть, да. Так, все, финальный босс. Вот у него тоже сисек породок. Ну как, ну вот смотри. Сильный мутант, помогающий людям. И чего двойной? Это похоже, двойной мы недостаточно были ясны. Это война, это безумие. Сиськи растут из подбородка. Люди и мутанты могут жить вместе. Посмотри на себя. Вот у льва это да. Позорище. Посмотри на себя, ты же уехал. Позорище. Человек-конь. Видишь, какой умный. У него внутри глубокий философский конфликт. Да. Брик, это, по-моему, вопрос к тебе. Что, будет ли продолжать проходить Дэнди или... Настоящий мутант не считает аргументы и факты. Я буду стримить очень много, я буду проходить все игры. Мистер Икс от в мире животных. На! Сначала нас... Оппонент больше похож на... О, это мой клиент. Это мой клиент.
Да хули на меня-то, ё-моё. Ночная фея. Это мой клиент. Что там за... Иди помоги это. Иди тому помоги, это мой клиент. Это два серванта. Разбей сервант, пока сервант не разбил тебя. На! Кто? Кто кого разобьет? Вот два серванта, а буфет и будет. А, да. Если не будет буфета, будет это корабля. Как это, септор в Саукалипуре серванта созовет за Шифанеросом. Ага. Все, тоже мне сервант нашлись. В честь Шифаньера? Нахер пошли. Да. Все, одного и второго. Ну, естественно, это отсылка к Streets of Rage. Конечно. Блин, тут название Final Fight Streets of Rage. Взяли по одному слову, получилось Fight and Rage. Давайся. Чего ты еще смотришь? Лук с лайком. Это угорел, конечно. Если у нее еще пулемет какой-нибудь. На что же это похоже? А, серьезно, на что-то похоже? Было бы еще эпичнее, если бы этот босс сказал. Я сразу потерял жизнь, блядь, мгновенно. Вы потратили конты, идите нахрен. Уворачивайся. Вот это босс мог бы сказать. Смотри, живите. Зуб какой. Мы усняли уже четверть практически. Ну ладно, все внеси. Главное просто. Так, уворачивайся от пули. Дэ босс. Такие жестокие игры. Крови нет. Расчлененки нет. Все же рисованное. Какая жестокость. Есть кости. А, опять никого нет. Отлично. Я только воскрес и опять. Блин. Тихо. Хватит ко мне телепортироваться. Пошел нахрен. Характер бесконечно будет идти над этому мутузе. Да. Он убегает. Я за ним хрен успею. Ах ты, сучка. Так, я возрождаюсь. Я тоже. Кирпич должен жить, слышишь? Уходи нахер. А, проблема в том, что кирпич слишком медленный. Я за ним не успеваю. Он вернулся, я успею. Почти, мы почти здесь. Давай. А, спешл просрал. Виноват, сам. Когда он прыгает назад, он может быть стрелять. Блин, я не успел спешл сделать. Так что я... Так, не сдохните, ребята. Уворачивайтесь лучше. Хотя бы кто-нибудь один. О, отлично. Черт, два мы сейчас... Да, блин! Ну вы сейчас вдвоем давайте слейте! Пять... Да, все, наконец-то. Так, давай аккуратно. Да, блин. Вот! Уходим. Как вы его? Следи за тем, куда он прыгает. Лови его только, когда это удобно. Оооо! Апперкот! Опять! Давайте, вместе! Сила! Лука-бакука. Чё-то всё время Рикардо Винс. Ну, в общем, больше всех очков набирает. Морзен Гадс. Морзен Гуд. Прошли на харде причем. За победу. Сколько у нас всего было? Один конт. Планету закрыли. Да, там еще экстрасы. А, видишь, мы на первом конте мы получили 600, за 600 очков. Теперь за 300. За 300. Да, тут, короче, куча режимов. За победу. Может, сейчас сложность даже откроет эксперт. Потому что тут еще куча всяких режимов. Блин, тут дохера контента на самом деле. Это еще не все. Сейчас посмотрим. Да, вы могли править всем миром, но вы решили... Ну, а, нет, ты, это он быку, но ты решил драться за людей. Ты предал собственный род. Не все мутанты такие, как ты. Короче, тут люди против мутантов, вот и все. Люди против фурятины. Да. В пати причем один человек и два мутанта. Да. Нет, стой, жесткий. Два человека? Нет, ты тоже мутант. Таких сисек нету человека, ты мутант. А Чак Норрис это Чак Норрис. Сиськи с подбородка не растут, ты мутант. Да. Чак Норрис это не человек, это Чак Норрис. Ну, понимаешь, что это вид... Это экстра человек. Это вид такой называется, Чак Норрис. Да. Там всего одна единица. Одна особь. Одна особь, да. Да. Тут и концовок дофига, ну нихрена себе. Да нифига себе.
Listen to your heart. Ты больше не мутант. Ты человек, настоящий мутант никогда так разговаривать не станет. Теперь все вы сдохнете. Сейчас побег будет. Self-destruction! Да, самоуничтожение. Мы все взорвемся. Нет, спасибо. Я подумал, сейчас побегу уровень. Беги, бычок, беги! И сейчас бычок не успеет. Он же самый медленный. Нет! Я не переживу! Я не для этого побеждал, да? Выбегают эти двое из миска котлет. Нет, успели, е. Чак Норрис — это Иисус. Боевые искусства и секс, объединенные в идеальном теле. Блин, достаточно точное описание, на самом деле. Как бы никто не спорит. Ваш врагов больше не вас. Да. Иш потенциал, это потейто почти. Ну, если это. Их потейто. Сейчас нам скажут. Надо попробовать на эксперте. Кто-то с нами не согласен. Это true final boss! Да. Ой, ё-моё. Это true final boss. Видели оружие, которое босс держал в конце? Это называется автомат. Калашниковы. Они не работают одни, да. Кто-то... Кто-то это организовал. Кто-то да. Стоит сзади. Кто-то умеет кто-то делать оружие. На вторую часть замануха. Да. Нахрен его знает. Замануха на... Может, несколько концовок. Может, есть еще концовка. Да, мы же, кстати, несколько развилок же было. Две всего. С Новым годом! Выдро! С новым счастьем. Тут же несколько развилок было. Выдрот — это хуже за дрота. Тут же несколько развилок было. Да. Но. Босс, the boss has been defeated. But big boss. But the big boss. Да. But who is behind? Кто за всем этим? Looks like the real battle. Сейчас написано, it's just about time. Начинается. Да. Кто из вас первым пройдет Барби? Рой. Ending best, a new adventure. А мы, видимо, в развилке эту тёлку нашли. Если бы не пошли, мы бы её не нашли, что-то другое, было. Наверное. Мне кажется. То есть это, короче, ещё и... КХК. Реграбельный уровень КХК. Да. Только она подлиннее, не 20 минут проходит. Тут есть выбор последствия, я офигел. Не, по-любому на максимальной сложности что-то будет другое. Но, да. Но это не единственное условие для... Угу. Там будет супер-супер тру в концовке. Себа Геймс. Не, игра крутая вообще, на самом деле. Такая прям... Гонзала. Почти Sega Games. Смачная такая, чётенькая. Да, добро. Так, а чё там в экстрасах есть? Эндинг, ты... Что? 8 концовок. Что? 9, 10, 11. За разных персонажей. А, да, за разных персонажей. Да, 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 это все вариации персонажей. То есть у них, видимо... Нет, 15 концовок это перебор. Голос костюм. Йоу, WhatsApp. Костюм. На 50 концовок не перебор. За 100 баксов. Почему она пустая? Потому что она пустая, потому что здесь все выпили. Я подпил один раз. А есть бог снять костюм за 100 баксов? Да, вот. DLC. А наверное, будет. Мне деньги за костюм. На Чака Норриса смотри костюм. Там, наверное, будет, знаешь, пиксельная цензура такая с полосочкой. Экстра Чарактерс. Вот, да, можно за этих играть. Вот. Сейчас кто хочет пофармить? За кошку. За кошка будешь играть. Да, их можно прикольно играть. Свинью зовут Ольга. Что? Что? Фьючер. Ольга. Свинья Ольга! Однако. Оленька! Какая нафиг... Это разве не японская... Это совсем не японская дичь. Да, японская, это испанская дичь. Тренинг мод. Скоро так. Скоро так. Турбо. Это же испанская игра. Господи. Открываемая. Гварда с дефикусом. За косарь. Вот надо еще раз пройти, чтобы монеток хватило. Если бы Мель не купил... Подсказки покупать! Если бы Мель свои труселя не купил, нам бы хватило на хард. А, не, вот здесь. Ну так, труселя важнее харда. Конечно. Сначала труселя поменять, а потом уже нахуй. Вот, разные пути ведут к разным концовкам. Трусик-то прислал.
Это зависит от того, какие персонажи. Там, встречи, то есть попытайся играть разными персонажами в разные места идти. Ну у нас все персонажи, наверное, поэтому у нас, наверное, должны быть все доступны. Лучше, нет, там жил, там таблица, там написано Г, там короче по именам отдельно, потом разные пары, то есть, и короче, все. То есть, короче, нужны все варианты. Зависит, да. Кто во, во, какой тебе костюм, просто. Смотри, выбирай. Какой костюм ты хочешь? Стрёмный какие-то. Не, я оригинальный более-менее. Оригинальный, на оригинальный пицца усы, да? Синий, да. Это типа Рю, Хаябуса. Да, Рю, это Рю. Не хочешь, давай, две посмотрим. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. О, вот это нормальный костюм. Да. Маской. И с кольцом, чтобы тебя и так было. Прививка тоже. Да-да-да. Привет, Илья. Здоров, здоров. Так, ну чё, в корабл сядете? Рой обещал разок сыграть. Я обещание помню, но также помню и об известном. Но кто еще будет? Нолик будет нубить еще. Не нахер. А, мне нельзя, типа, потому что я уже играл. Не, ну ты разве там хорошо играешь? Я не знаю, как я там играю, я уже не помню. Оценить просто я... По пятибалльной шкале. Да, придумай, вот просто я лучше... 4,27. 8, я... 19. Так, а пока... Как... Ладно. Ты что, за раз цитируешь? Не, кто еще может? Да. А этот играл? Кирпич играл? Кром. Нет, не играл. Вот, не, ну я, кирпич будет играл. Сразу. Я говорить, тоже не играл. Эд Хэлла посадить надо. Я тоже не играл. Чтобы вот. А, да, кстати, и общий. Да, на. Разве? Чего? Ты не будешь. Не, я буду сразу нагибать. Вот еще один. В игре про монстров ты помнишь? Которую вы все ненавидите. Нужно, чтобы вы все пересилили себя. Да не то, что делать, то ненавидит. Просто, понимаешь, чем назойливее тебе что-то предлагают, ты сильнее ты это отторгаешь. Все условия я помню, да. И я честно его выполнил. А то я предлагаешь это так сильно, будто сам эту игру и сделал. Если вот я вот... Люди, мы предложения из чата особо не читаем. Это в игре где? А это в игре где? Где нахуй, блядь? Ты будешь в ней играть? Где нахуй? Тебе захочется в ней играть? Конечно. Вот тебе сейчас там общаться мне хочется. Я просто пример привел. Иди в 90-е. Так, ладно, сейчас я это выиграю. Поехали.